Сладкий вкус халвы каждый человек знает с детства, и любят ее и дети, и взрослые. Но немногие отдают себе отчет о том, насколько халва полезна для организма, особенно если она сделана самостоятельно в домашних условиях по правильному рецепту. В этом видео я расскажу вам о рецепте настоящей халвы, которую можно сделать самостоятельно без сахара и без муки. Рецепт очень прост, и на него потребуется не более 10 минут. Для приготовления вам потребуется 200 граммов жареных семян подсолнуха, 100 граммов жареного арахиса, а также 2-3 столовые ложки меда. Для начала необходимо измельчить очищенные семечки подсолнуха на кофемолке до формирования маслянистой консистенции. Перемолотые семена подсолнечника высыпаем в глубокую миску, аналогичным образом измельчаем арахис и высыпаем к семечкам. Тщательно перемешиваем и добавляем туда мед, после чего еще раз размешиваем до однородной массы. Чтобы сформировать халву, необходимо выложить массу на пищевую пленку и очень плотно скрутить массу в рулет. Полученные рулетики необходимо на час-два положить в холодильник, чтобы мед застыл и соединил все ингредиенты. После чего халву можно достать, снять пленку, нарезать на маленькие кусочки и наслаждаться ее нежным вкусом и полезными свойствами. Продукт будет достаточно жирный и калорийный, поэтому 150-250 граммов в неделю будет вполне достаточно для получения всего необходимого для организма. В составе халвы очень много полезных жирных кислот для работы сердца и профилактики инсульта и инфаркта, много клетчатки для очищения кишечника и улучшения работы пищеварения, плюс там есть витамины для укрепления иммунитета и другие полезные компоненты.